небольшой обзор на стереомагнитофон Panasonic модель 63. Перемотка назад. Это большой Ал. У меня уже 6 лет живет. Шикарный черепах. Правда? А какой музыку он любит? Он любит Джеймса Брауна. Это с ума сводит. Это что там, черепашье говно, что ли? Черепахи, интересная штука. Что ты делаешь? А у меня любопытно. Я хочу узнать, где у него член. Кончай меня разыгрывать. Если ты знаешь, где у тебя член, ты должен определить, где у черепахи член. А у черепах вообще есть член? Дай-ка мне клей какой-нибудь. Супер, да? Супер клей. Билли действительно слегка тряхнулся. Да, Билли явно с приметом. А я слышал. Я знаю, что слышал. Я просто шутил. Так, дай-ка мне суперклей. Что это за музыка? Откуда? Как откуда? Ускоренная перемотка. Пауза. Насколько я понимаю, Богомил засек эту красочку, а кто-то засек, что он наблюдал. А с чего вдруг это алфавитное ограбление? Потому что Дэд разорялся. Ему нужны были что. Еще раз пауза. Грабил ювелирный магазин, потом пытался ограбить городское хранилище. Ему было очень удобно свалить все это на Кейна, приписать ему эти алфавитные преступления, а потом самому смыться. А что, что это, буровая площадка, да? А где же оборудование? Выгрузка кассеты. Сейчас посмотрим внутри. Версия европейская. Стандартные входы-выходы.
Есть еще вот такая версия с индексом АМ. Тоже 630. Показать с открытой крышкой не получится. Очень чувствительный датчик. Сейчас закроем. Еще одну кассету загружаю, другую уже. Пауза. Еще раз загрузка-выгрузка.